Мы храм любви, и мы ее хранители. Мы зрители, и мы огонь Творца. И хоть порой мы скифы-разрушители, но в нас есть дух священного лица. Я вас люблю, и я вам желаю чуда, прозрения и познания себя. Пусть вас проснется благородный Будда, и вместе с ним Бог. Опа, Джигурда! Я все поняла, милый.